Привет, на канале Принцесса Илью. Сегодня мы открыли игру Пушастики. Пушастики? Сегодня мы открыли игру Шопкинс. Набор Шопкинс. Кафе. Да, у нас здесь в наборе, как Илья сказала, два пушастика. Или кто это, кошки? Да, кошки. Кошки? И как их зовут? Твоих пушастиков. А, вот у нас Фузи какой-то. Фузи. Желтенький. Фузи. Ох, это как, боже мой, Фузи. И еще один пушастик. А где его? Где? А, и Голи. Голи? Да. Значит, у нас Фузи и Голи. И они или работают в кафе, или пришли в кафе. Пришли в кафе. Илиф уже собрала. С маминой помощью кафе. Такое у нас красивое. Ага. Тарелка. Тарелка! Вот убежала тарелка. Фузи, привет. Фузи. Кума. Привет, привет. И у нас Голи, тоже маленький. Я тебя назову Пушастик, а тебя Голиска. Я вижу, что ему место наверху. Он здесь не будет падать. Оп. Да. Видишь? Угу. Что у тебя еще есть в кафе интересного? Кафе есть, это, наверное, пироженки. Да. Маленькие. Набор красивый, но все такие маленькие-маленькие детальки. Две косточки, два сердечка у нас. Чашечки. Какие маленькие чашечки. Здесь кофе? Наверное, кофе. Да. Они здесь должны стоять? Я постоянно. Хорошо, я они там. А косточка? Одна косточка или несколько? Две. Две? Где вторая? Вот она. И вторая косточка. Вот планшет. Планшет? Хорошо. Планшет. Весы на окошке стоят. Да. Микрофон. Музыка у них. Диванчик, столик. И... два стаканчика, тарелочки с круассанами. Так. Привет, привет, Фузи. Yeah. А, это касса. Кассовый аппарат. Смотрели, это его мысли. Он решает, хочет послушать музыку или выпить кофе. О, я выбрала. Я буду петь. Петь, хорошо. Спел. Убежали. Насылись. Убежали. А, конечно, они такие маленькие, они убегают. Две ходные. Уже уходит? Пока-пока. Возвращайся в наше кафе. Ушел у тебя один Саша гитар. Так, что же? Ой, я поем пончик. Пончик, пончик, ты где? Так, выбьем пончики. Я обожаю дожать. Вот. Пока, я тоже ухожу. Привет опять. Ходят туда-сюда, да, в кафе? Да. У нас же есть еще шопкинсы. Помнишь, мы покупали, да, в пакетиках, такие как киндеры, да? Можно поиграть, принести оставшихся. И у них будет большая вечеринка в кафе. Да. И падает. Вот. Падает. Теперь они вместе отдыхают. Да. Хорошо, отдыхайте, пейте кофе, кушайте круассаны. Приятного аппетита. Пока-пока, подписывайтесь на наш канал, где мы учим играть со скафицами. Пока!